Сегодня в Тюмени в музейном комплексе имени Словцова прошел слет супергероев. Там собралось более 300 старшеклассников. Это не просто отличники, спортсмены и творческие личности. Многие из них – участники волонтерских движений. Поздравить их с наступающим Новым годом приехал глава города Руслан Кухарук. В этом зале сидят те, кто отличился в школьной жизни, те, кто занимал призовые места, был призером олимпиад, те, кто проявили себя в спорте, те, кто раскрыли свои таланты в культуре, искусстве, те, кто занимает особую, непростую и важную гражданскую позицию. Я попал сюда, наверное, за успешное обучение в своей школе, за участие в различных мероприятиях, как школьных, так и внешкольных. Например, в этом году мы участвовали в волонтерском движении по сбору макулатуры и собрали 830 килограмм, за что были награждены благодарственным письмом. Все участники слета сегодня получили подарки к Новому году.